Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Тритонина, и с вами я, Нина Тритониченко. Сегодня я бы хотела поделиться с вами очень важной информацией. Если у вас хронические головные боли, мигрени, также головокружение и онемение пальцев рук, может быть, одной руки, может быть, двух рук. Вот если у вас все эти симптомы вместе, то вам, извините, могут помочь очень простые и эффективные упражнения. Я делюсь своим опытом. Проблема у меня была, началась в 2014 году, то есть 10 лет тому назад. Вот все вот эти перечисленные симптомы у меня были. Я стала рыться в интернете, и я нашла упражнения, которые мне подходят. Я сейчас не помню, кто автор этих упражнений. Я потом поищу и в комментариях напишу. Но реально я эти упражнения делала лет 5, наверное. Постоянно делала. То есть смотрю телевизор, делаю упражнения, сажусь за руль автомобиля, делаю упражнения. Вот это уже у меня вошло в привычку делать эти упражнения. Прошу прощения, остаточное явление после гриппа у меня. Но тем не менее очень хочется поделиться. Как их положено делать? Положено делать каждый час. Ну, чем чаще, тем лучше. Вот. И помогает буквально через пару дней. Через пару дней становится легче. Упражнения очень простые, показываю. Первое упражнение. Да-да. Вот. Делать 2 минуты. Ни в коем случае не опускать, не делать большие амплитуды. Вот так неправильно. Ни в коем случае. Вы только хуже сделаете. Чуть-чуть поворачивать, чуть-чуть, вот. Видите? Немножечко, чуть-чуть. Сидеть нужно прямо на стуле, чуть-чуть, несколько, может быть, наклонившись вперед, просто прямо на стуле. И делайте вот это упражнение, 2 минуты. Это упражнение 2 минуты. Следующее упражнение, это называется «да-да», следующее «нет-нет». Очень маленькие амплитуды. И не надо делать очень быстро. Вот примерно так. Вот так неправильно. Это неправильно. Вы себе только навредите. Нет, нет. Делать 2 минуты. Каждый час. И третье упражнение. Ай-яй-яй. Ну, как бы в сторону голову. Ай-яй-яй. Тоже очень маленькая амплитуда. Чем меньше, тем лучше. Делать 2 минуты каждый час. Как это работает? Проблема в том, что один из шейных позвонков чуть-чуть на какую-то долю миллиметра соскочил. И ни один рентген этого не покажет. Вот из-за этого все вот эти проблемы могут быть. Благодаря этим упражнениям позвонки становятся на место, и таким образом вы решаете вашу проблему. На сегодня все. Всем добра и мира.